Друзья, привет! Сегодня с вами говорим про очищение организма, печени, лечение аллергии. Несколько, прям таки, э, шагов. И э, да, действительно, очень у многих есть какие-то вопросы, связанные с детоксом организма. Давайте с вами разберем детокс, э, в принципе. Э как он происходит и на что можно повлиять. Да, действительно, мне пишут, Алена, нужно, чтобы вот это, вот это работало, и тут это, и пятое, и десятое. Я вам отвечу честно. Я скажу, что чистка организма происходит ежедневно. И нет ни одного органа, который не участвует в этой истории. То есть, включается печень, легкий мозг, лимфа, кишечник все органы. И да, когда мы с вами получаем фталаты, пестициды, консерванты, красители, металлы, свинец, выхлопные газы, вода, хранящаяся в пластике, особенно под действием прямой температуры, все это влияет на состояние. И начинается неприятный запах изо рта постоянное чувство усталости перепады настроения потоотделение головные боли бессонница проблемы с жкт у некоторых возникают хуже проблемы это лишний вес сухие ломкие волосы выпадение волос нарушение цикла частые простудные заболевания и в общем я вам не буду морочить голову потому что все вот эти вот детоксы бесконечные за которые люди отдают бешеные деньги они сводятся к простым базовым вещам. Сейчас, если я вам если вы просто а, включите мозги, то ваша машина поедет туда, куда нужно. Первое. Что нужно убрать, если хотите очиститься? Продукты с усилителями вкуса, консерванты, сахар, кондитерские изделия, сладости сразу убираем. Второе. А, соки, газировки, полуфабрикаты, сосиски, а, котлеты в панировке. Это все шлак. Фастфуд туда же. А, есть санатории, которые предлагают продукты программы детокса и все процедуры проходят под наблюдением врача, а питание составляет нутрициолог. Вот это лайк. Какие продукты выводят токсины из организма? Это все виды из зелени. Это отличный источник клетчатки, которая собирает в нашем кишечнике вредные вещества, содержит антиоксиданты, витамины, которые борются со свободными радикалами. К этой группе относятся рукола, крест-салат, петрушка и другие листовые овощи. Соответственно, базилик, яблоки, благодаря пектину растворимая клетчатка витаминам и минералам служит отличным детокс-продуктом. То есть яблоки нужно употреблять сырыми, запеченными в виде смузи. Свекла это корнеплод, он чистит головной мозг. Господи, Головной мозг уже напутала. Чистит печень. Ну, печень просто напрямую связана с мозгом. Если у вас проблема с печенью, сразу идет нагрузка на мозг. Все, наверное, это знают. А, или не знают. А, репчатый лук, чеснок, морковь, морковка, а, лимон, все это детокс продукты. А, лимон это король детокса, без него не обходится ни одна программа. Это антиоксидант, он выводит токсины с водой. Плюс морковка а, это кладезь, просто супер вещь. Капуста, все виды капусты это противомикробный, противораковый а, активность. А, плюс также как авокадо водоросли, сельдерей, спаржа, гранат, зеленый чай, оливковое масло. Это мой топчик. Бывает так, что я Живу в перелетах, в переездах и ну, питание такое себе. Да? И когда я возвращаюсь домой, сразу появляется вся зелень, яблоки, репчатый лук, томаты, лимон, капуста, авокадо, сельдерей. И мой организм такой, спасибо, что ты вернулась, детка, я тебя обожаю. Ты помнишь, как тебе хорошо. Ну, конечно, со мной так мозг не разговаривает, но это правда ощущение нереальное. Яблочный сок может помочь справиться с последствиями вируса, активный вирус гриппа, то есть все эти вещи они влияют на ваше состояние поэтому детокс, купите там какой-то пакет за 1000 рублей вставьте клизму в попу, потом в писю, потом еще что-то, я такое читала на форумах детокс коучей, что у меня просто знаете, голова покрылась наверное перхотью от того что я прочитала такие вот вещи для меня абсолютно нормально мы все зашлаковываемся, захламляемся, главное этот мусор вовремя убирать как говорится, намусорил в себя, возьми совочек, дружочек и подмети. И для этого не нужно что-то исключать, наоборот, надо просто включать. И еще раз, это сельдерей, водоросли, спаржа, гранат, капуста, имбирь, лимон, морковка, томаты, чеснок, репчатый лук, яблоки, базилик и все виды зелени. Это мой топчик. Обязательно в детокс программе должна быть суточная норма белка. Нельзя уходить в какие-то а, диеты на овощах, там, на зеленых вот этих всех вещах, это, ну, как бы в долгосрочной перспективе не очень хорошо. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу. Меня зовут Алена, я ютубер, теперь я шучу. И, и да, пока-пока.